второй пошел. Пошли поезда. Пошли, поехали, родные. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем играть в игру Subway Surfers. Ну что ж, ребята, давайте начнем, собственно, нашу игрушку. Ну что ж, побежали. Так, дядя, аккуратненько, не мешай нам. Не мешай нам бежать и собирать монеточки наши любимые. Опа. Так, за нами гонится полицейский. Как всегда, собственно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это мой недосмотр. Да, я виноват, понимаю, хорошо. Извините, пожалуйста, не досмотрел. Немножко. Так, ну все, теперь мы должны пробежать много. Раньше мы не так много двигали. Но в этот раз мы должны пробежать довольно-таки нормальные... Нормальный арбитраж. Так, нормальное расстояние. Так, ну что ж, давайте. Так, поездов пока нету. Так, отлично. Ой-ой-ой, поезд первый уже вижу, поехал. Так, вижу второй, пошел. Пошли поезда. Пошли, поехали, родные. Вот они. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прилип аж к экрану. Да как же ж так? Давай заново. Побежали. А у меня еще есть этот скейт. Как у Макфлая. Вау, ребята, у меня Макфлаевский скейт. Вау. Отлично, супер. Пошел. Отлично. Так. Плывем на скейте по воздуху. Ой, ударились немножко. Так, побежали, ребятушки. Побежали. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да как так опять не досмотрел-то? Побежали заново. Так. Как так опять мы с вами не досмотрели, дорогие друзья, а? Как такое вообще может быть? Да, на сенсоре намного легче играть, чем на клавиатуре, я хочу вам сказать, потому что эта версия для компьютера очень-таки тяжелая. Здесь попробую какой-то нажал, не ту клавишу, и все, и ты проиграл уже. Получается так, дорогие друзья. Получается так. Так, вторая буква есть. Так, отличненько идем. Так, забираем здесь. Магнитик берем. Все, магнит теперь нам поможет собирать, где бы мы ни были, собирать нам эти. Отличненько. Ой-ой-ой-ой, ребята, видели, чуть поезд не сбил в реальности, в натуре. Вот это мы с вами успели выкрутиться из ситуации. Ух, ребята, да, я так долго ждал реактивный ранец, и мы наконец-то его взяли. Да, ребятки, но как-то слабоватенько мы на нем пролетели. Подарок даже не взяли. Ого, ребята, скорость уже довольно-таки приличная. Все, последняя буква. Отлично, буквы мы собрали все для этого уровня, которые нужны нам. Так, отлично. Ого, ребята, уже скорость, посмотрите, какая. Довольно очень-таки высокая. Это уже не шуточки пошли. О, ребята, второй реактивный ранец. Ура, я так его ждал. Мне такой нравится этот звук, когда собирать монетки на большой скорости. Опа, да, ребята,
Люблю этот звук. Так, отличненько, отличненько. Бегаем, бегаем, бегаем. Ну, в принципе, все как всегда, но вы врезались. Я даже не хотел, я нажимал на клавишу, но как-то на нее не попал. Так, что у нас здесь? Подарок. Какой подарок мы здесь получили с вами? А какой же мы подарок с вами здесь получили? Так, денежку, да? У нас 22 105 золотых монет, дорогие друзья. Ну что, давайте переиграем. Нужно было купить за эти монеты хоть скейт себе. Сейчас бы хоть на скейте летал, а так приходится мне бежать вручную. Ай, да что ж такое? Так, мы сейчас меню, шоп. Так, давайте ж купим скейт. Так, ну все, ребята, погнали. А чё я не включаю? А, вот, все, включил его. А то думаю, чё он не включается? Я же его вроде купил. Фу. Отлично. Вау. Ребята, я что-то немножко не понял. Я что, разбился, что ли? Что-то типа того или что-то типа этого? Так, ну ничего. Мы продолжаем дальше с вами бежать в этой замечательной игре. Так, ребята, хочу вам порекомендовать, кто еще не подписан на мой канал, обязательно это сделайте. У вас есть возможность выиграть игровую приставку, планшет и многое другое. Я буду постоянно разыгрывать различные призы на своем канале, так что подписывайтесь, дорогие друзья, и выигрывайте. И не забывайте, не пропускайте мои видеоролики, смотрите на моем канале. Каждый день я выпускаю свои видео, так что не забываем смотреть видосы мои, делиться со своими друзьями, приглашать своих друзей, чтобы они тоже, у них был шанс выиграть какую-нибудь приставку или планшет или еще что-нибудь. Может, даже позже мы телефон разыграем с вами, посмотрим. Ну что ж, погнали, дорогие друзья, посмотрим, что у нас здесь имеется на этот раз. Что мы здесь имеем? Так. Отлично, 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 отлично. Берем, берем, берем и едем. Отлично. Все пока идет хорошо, дорогие друзья. Пока идет все четенько. Ого, мы уже на мост добежали, ребят. Ой, ее не в ту сторону повернул нечаянно. Да что ж такое? Да что ж ты будешь делать? Давайте заново. Так, пока все идет четенько и гладенько, но это только пока. Как всегда, мы сейчас столкнемся с какими-то проблемами, которые нам не будут давать выиграть. О, ребята, ботиночки. Ух, не люблю я эти ботиночки, но если они уже валяются на дороге, то почему бы их нам и не взять с собой? Ой-ой-ой, ребятушки. Вот звездочку вижу. Это скорость увеличивает в 2 раза. Это звездочка. Но это же радует меня, то, что скорость больше стала. Я теперь могу быстрее пройти этот уровень.
Тихонечко, тихонечко, отлично, отличненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что ж, дорогие друзья, вы были на канале Вечное Детство, с вами был Юра, этот эпизод подошел к концу, встретимся в следующем эпизоде. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить палец вверх, написать комментарий и рассказать о моем канале друзьям. До встречи, дорогие друзья.